Ребята, всем привет! У меня был на канале когда-то обзор моей точилки. Она была самодельная. Вот так она выглядит. Ну, сюда зажимается клиночек. Она также имеет возможность переворачиваться. В общем, обтачивать. Было очень, как бы, конечно, много неудобств. Но, тем не менее, в принципе, она свои функции выполнял. А сегодня у меня радостное событие. Мне Сергей Жиров прислал посылочку. Профиль К03. Я немножко уже ее посмотрел. Это, конечно, вещь. Заодно я попросил его пасту для полировки Люксор. И электронный угломер. Блин, я в восторге, как маленький мальчишка, которому подарили на Новый год какую-нибудь крутую игрушку. Вот, блин, у меня нет слов. Сейчас я ее буду собирать, смотреть. Ну, большинство-то, конечно, на такие вещи в сфере ножеделов известны. На самом деле незаменимая вещь для заточки ножей. Я сегодня заикаюсь, запинаюсь. Я просто счастливый человек. Серега, спасибо тебе огромное. Вошел в мое положение и, скажем так, помог мне ее приобрести. Не за бесплатно, конечно, и тем не менее, скажем так, в общем, огромное спасибо. Сейчас буду собирать. Так, сейчас надо будет потихонечку аккуратно вытащить все это дело. Ну, конечно, сделано все душой. С душой. Одна отверточка чего только стоит. Блин, в руках. Это не описать. Фрезерованные зажимы. Это просто сказка. Так. Самый главный узел. Как детский конструктор. У меня когда сын был маленький, покупали ему конструктор Лего. Ох, какой он был счастливый человек. Так, это у нас держатель. Тири-тири-тири-ти. Так, ну я сейчас тогда губки соберу. Смонтирую. Вы, ребят, не представляете, как долго я вообще мечтал об этой игрушке. И вот мечта сбылась. Так, ладно, я пока сейчас так накручу, а потом буду разбираться. Снимаю на телефон, как обычно, стараюсь побыстрее, чтобы, в общем, неудобно, там надо паузу ставить. Если на паузу поставил, вовремя плей не нажал, он скидывается. Это не камера, просто так как бы не смонтируешь. Обалдеть, обалдеть.
Здесь парковочка также не падала. Все для меня это в новинку. Как пока пользоваться тем же угломером, надо будет почитать инструкцию. Это, конечно, прелесть. В наборе две батарейки. Еще и чехольчик есть. Кожаный. Вообще обалдеть. Надо сейчас будет подрегулировать, посмотреть все, обыграть, поиграть. Так, сделаем вот так. В общем, буду развлекаться. Я как раз Сергею должен послать вот такой клиночек. Это N690. А, Термичел Иван Бабий. Вот надо будет Сергею отправить, чтобы он тесты с ним сделал. Здесь термоциклирование, кривая обработка, двойная крива. Вот. И как раз ждал приспособления, чтобы заточить. Затачивать буду на алмазах. И финишировать буду. Мне Сергей Малиновский прислал камушек, роговик. Но я опробую его как раз тоже с пастой Люксор. Пройдусь. Вот. Так что вот так. Ребят, всем счастливо. Пока.